А, все, начали играть, поехали. Первый раунд против Парадокса и его Праксиса. Ну, Праксис 1-1 здесь дек. Посмотрим, что будет. Так. Раунд так дек выбирал, поскольку понравилось. Ничего я не наиграл, там, кроме там пятерки игр. Ну, начало сезона всегда такое. Особенно совсем новое. Рингтон, конечно, хорошо, но двумя зелеными здесь делать нечего. По идее, у него, конечно... опасные вещи есть. С чего бы нам лучше здесь начать-то? Чтобы не показать ему ничего. Ну ладно, тут уже без разницы, у нас по всем цветам все есть. Поставим Олейса. Есть чем ее спасем Файнес Хауром, например. Да, мы ее качнем сразу. Да, будем такой агрессивный начало через студентов еще играть. Окей. Плохо, я еще не пойму, почему здесь ванквиши народ не делал. Хотя вроде как они хороши. Так, ну давайте мы, наверное... всеми в атаку, у нас есть раскачка. Да, придется, наверное, все-таки... не, ее будем спасать, конечно же. Плохо то, что мы без карты, а у нее сейчас пойдет жир. А у нас никаких ни полетов, ничего. В принципе, в стадии есть эволюция, есть берсерк, есть кристаллайз, есть даже бэклэш. То есть, что у нас здесь? Эволюция, берсерк — это все под урон. Кристаллайз, когда стол постоять, это под какой-нибудь харшул. И пермафрост кого-то убрать. Минус студент, ну ладно. Придется всех выставлять, потому что все равно непонятно, что с ним делать. Эх, ХТВшку убьют. И по идее вот тут, эх. Конечно, менять на ХТВ вообще не хочется, если честно. Давайте мы подождем. Так мы, конечно, качнем. Это будет 6-6, это будет 6-6. Но это слишком. Ну вот и расставились. Чем мы сейчас он вернет, короче, нам ХТВ. Качнется, получит ХТВ опять, подровывается. И все, не закомбили мы здесь. Сейчас просто пойдет, да. Не, мы... может, по идее, кстати, ультой убрать наверх. ХТВ сделать там за 2. А, там вон как просто. Не, у нас сейчас просто жиром задавят. Все-таки Праксис есть Праксис. Я думаю, тут мы можем сдаться.
Единственное, что в этом плюс, здесь можно сразу начинать дальше. А вроде так начало неплохое было, но... Это либо комбо-стратегия у нас, да, убить через берсерка раскачку, либо просто подавить немножко. Но с Праксисом такое не проходит. У меня 4 торча, 4 пурифая. Что-то у нас парадокс не отвечает. Опять люди с челленджем. Блин, один студент это мало. Мы, конечно, хорошо раздаем, но один студент это... Ну, нам хотя бы надо рингтона там. А теперь вообще без крич. Совсем неприятно. О, рингтон пришел. Конечно, рискнуть поставить еще. Опасно как-то. Давай пробуем студента поставить. Все-таки торч на него выманить, на студента. Да уж, лучше, чтоб так убили. О, два рингтона, это хорошо. Теперь главное еще протектом их закрыть. И будет вообще замечательно. Что-то есть, если нам сейчас киллером кого-то не убьют одного. А вот и киллер нашли. Ну как так? Думаю, нас сейчас вот этим опять раздолбают. О, еще и фейермавчик. Это будет всего лишь просто так. Ну, нормально. Чарж, это Родик, он вообще такой. Там либо ты быстро выигрываешь, либо ты быстро проигрываешь. Повезет, нам не повезет, но чисто так оно. Эволюция. Это сколько будет у нас? Плюс 2 даже от эволюции. Это будет 6. Не, а эволюция нам здесь никак не поможет. К сожалению.
Берсерк бы, да, вот процик этот, достать бы берсерк. Но нет, не достанем. Не, зачем? Швейцарка. Там уже написан даже в самом этом Battlefi. 6 туров, топ 8. Слушай, на турнир идешь, там, в общем, правила почитать-то надо. Я, в самом Battlefi же видно, когда регистрируешься. 6 туриков даже вверху написано. Так, ну ладно, не закомбились мы никак.